Ребята, всем здравствуйте. Ребята, имея, короче, вот такой вот нехитрый набор болтиков, палец, шестеренка, ну и вот видим, да, шарики от подшипников, гаечки, пружинки. Сейчас постараемся сделать одну очень прикольную самоделочку, на которую натолкнул меня мой друг, коллега по работе, Серега Децл. В общем, сейчас попробуем сделать самоделочку, ребят, посмотрим, что у нас из этого получится. Ребята, так что я тоже в тренде. Ребята, вот что у нас получилось после покраски. На мой взгляд, прикольная такая игрушка. Кому-нибудь в подарок она сойдет. Кто хочет такую, я вам без проблем ее могу сделать и отправить. Пишите комментарии, ребят. И на день рождения сделаю вам подарок в виде такой вот прикольной игрушечки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята.